Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Made in China или Сделано в Китае. Я, как обычно, получил новую посылку. Сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим, что находится внутри. Если же вы до сих пор не являетесь подписчиком моего канала, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Впереди вас ждет очень много интересных роликов. А также нажать на колокол и выделить все. Привет, друг! Сегодня у нас на распаковке супермонитор. Вот Redmi. А если быть точным, это Redmi Curved Gaming Monitor 30 дюймов. Ну, пока не очень хорошо видно, сейчас я все пленочки поснимаю и покажу, что это за монитор. Плюс мы его подключим, потестируем, попробуем и поглядим со всех сторон. Если тебя интересует данная техника для геймера или для стрима, то ссылку на этот монитор я оставлю в скрытой части в описании под этим роликом. Так что ты можешь сам перейти после того, как посмотришь это видео, посмотреть и при желании заказать. Погнали! Теперь посмотрим весь этот набор гораздо ближе и уже без полиэтилена. Для начала посмотрим ножки. Ножки у нас цельнометаллические. С обратной стороны у нас такая вот интересная заглушка, при помощи которой можно прикрутить основную стойку и собрать. Здесь у нас две пластмассовые вставки, которые вставляются в ножку. Будет это все вот так. Также, как я говорил ранее, у нас блок питания и подключение к монитору. Блок питания реально мощный, тяжеленький такой, а спики можете посмотреть вот здесь, если нажмете на паузу в этом видео. Этот блок питания подключается к переходничку, вот таким путем, и далее вставляется в нашу русскую розетку. Далее у нас идут провода, а именно DisplayPort. Оба папа, для того, чтобы можно было подключать компьютер, если быть точным, видеокарту, к нашему монитору. Идем дальше. Здесь у нас сама подставка. Она реально тяжеленькая, килограмма 2 весит, как минимум. Полностью металлическая. Но только вот здесь сама подставочка, она снаружи обделана пластиком. Ну, внутри тоже металлическая подставка. Теперь давайте соберем все это дело, подставку к ножке. Делается это достаточно просто. Просто вставляется вот сюда в пазы. И с обратной стороны нужно закрутить. При помощи вот этого переходничка. Просто крутим его. Никакие отвертки не понадобятся. Все это делается просто руками. Без каких-то усилий. Все, закрутили до конца. Петельку отпускаем. И все. Ножка собрана. Теперь нам нужно поставить на это дело монитор. Монитор крепится при помощи вот этих фиксаторов. Вот они. Если сзади нажать на кнопочку вот на эту, то можно спокойно застегнуть монитор на этой ножке. И он никуда не убежит. Очень простая стойка, которая выполнена полностью из металла. Ну, с небольшими пластмассовыми проставками. Теперь давайте подключим монитор сюда. Но сначала мы его посмотрим. Такой широкий монитор с очень тоненькими рамками. Снизу рамка чуть побольше. С фронтальной стороны у нас находится специальная
углубление для того, чтобы можно было подключать стойку, которую я только что показывал. Внизу у нас открывается дополнительный отсек, и здесь мы можем посмотреть, что здесь есть порты для подключения. Давайте перейдем немножко поближе и посмотрим, что это за порты. Здесь у нас подключение основного питания, дальше у нас порт HDMI, 1, 2 и дисплей порт. Далее можно подключить наушники при помощи переходника 3,5 дюйма. А вот эти барашки, про которые я говорил, это специальные вставки, которые вкручиваются вот сюда вверх, для того, чтобы можно было вешать на стену. Но мы этого делать не будем, мы его просто поставим. Теперь нам всего-навсего нужно повешать монитор на эту подставку. Так и сделаем. Я разверну подставку, чтобы вам было видно, как все это происходит. Все. Вот с таким простым щелчком закрывается защелка, которая установлена внутри, которую я вам недавно показывал. И в данный момент монитор считается собранным полностью. Сейчас он стоит на своей металлической подставке, и его можно подключать. Что мы в данный момент и сделаем. При установке, для того, чтобы ничего не мешало, и кабели особо не выглядывали, и не бросались вам в глаза, здесь сделано специальное отверстие, при помощи которого вы сможете завести эти провода через это отверстие. Тогда они у вас с наружной стороны видны не будут. Так и сделаем. Одно маленькое «но», я его не показал снизу. А снизу у него находится решетка воздухозабора. С правой стороны кнопки для управления. Основная белая с черным для включения. И еще 4 кнопки для регулировки. Ну, после всей сборки, вот по итогу, что он из себя представляет. Очень короткая ножка, которой едва видно. Две боковые планки для устойчивости монитора. Ну и сам монитор. Сравните мою руку и длину монитора. Реально, монитор большой. Ну, теперь давайте произведем первое включение при помощи кнопки черный с белым. Вот так выглядит новый монитор. Вошли в систему, и вот так вот он полностью выглядит. Реально, очень узкие рамки, которых почти не видно. Плюс побольше рамка снизу. Монитор можно поворачивать вверх и вниз. Вот так, для того, чтобы настроить его под себя. Но есть и небольшой минус. Минус заключается в том, что вот так вы его по горизонтали поворачивать не сможете. Только если будете поворачивать его за ножки. По-другому никак. Дополнительные настройки, как я говорил ранее, можно произвести при помощи 4 кнопок, которые находятся с правой стороны. Так что теперь мы можем видеть вот такую красоту. Ну а теперь давайте перейдем к меню управления. Здесь у нас находится несколько кнопок, которые я уже показывал. Основная для включения и еще 4 дополнительные кнопки. Меню у нас, как вы понимаете, на китайском языке, потому что это Redmi. Но здесь есть еще один язык, а если быть точным, английский язык. Давайте перейдем к нему и перейдем на английский язык, потому что китайский я еще не знаю. Добраться до него достаточно просто. Делайте так же, как я. Все. И сейчас у нас английский язык. Нажимаем назад, и здесь можно полностью настроить все под себя, как вам захочется. Контрастность, DSR, bulk level, яркость, полностью все. Ну а теперь давайте немножко углубимся в характеристики данного монитора. Диагональ здесь у нас 30 дюймов, соотношение сторон 21:9, 200 Гц, вес 5 кг, разрешение экрана 2560x1080 пикселей. А скорость отклика всего-навсего 4 миллисекунды. А это значит, что он хорошо пойдет не только для работы, а также для комфортных игр, которые вы сможете посмотреть на моем втором YouTube канале, который называется Metrofan. Ссылку на него я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим роликом. Переходите, смотрите, вливайтесь в мою команду, не пожалеете. Также к достоинствам данного монитора могу отнести комплектный кабель DisplayPort, потому что он очень хорошо сможет передавать 200 Гц с моей видеокарты на данный монитор. Еще к плюсу можно отнести то, что монитор матовый,
нет никаких отбликов, бликов и прочего непотребства. Да, здесь нет динамиков, но зато его достоинства легко это перекрывают. Адаптер питания китайский, но в комплекте есть переходник, при помощи которого вы сможете подключиться абсолютно к любой нашей сети 220 вольт. Матрица здесь стоит ВА. Такие же матрицы ставят Xiaomi на свои самые крутые гаджеты. А это уже о чем-то договорит. В общем, данный монитор мне очень понравился. Я нисколько не пожалел, что его приобрел. Ссылку на него в нашем магазине в РФ и за рубежом вы сможете найти в скрытой части в описании под этим видео. Так что если вас интересует данная тема, то переходите, заказывайте, не пожалеете. Играть за таким монитором, да и просто работать, очень круто. Рекомендую. Как я говорил ранее, ссылку на него вы сможете найти в скрытой части в описании под этим видео. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить лайк, а также оставлять комментарии, если остались какие-то вопросы. Если вы до сих пор не подписались, то рекомендую подписаться прямо сейчас, а также нажать на колокол и выделить все, для того, чтобы не пропускать новые видео. Также рекомендую смотреть мои прошлые ролики, там вы найдете огромное количество интересного контента с распаковками и тестами. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. И напоследок пожелаю всего самого наилучшего, а также счастья и крепкого здоровья. До новых встреч в следующих роликах. Пока!